Так. Где я, кстати, вас не вижу. Еду на С. Я стартанул. Я с правого нижнего угла увидел. Я с другой точки стартанул. Блин, вот это рандом, у меня что-то я не понимаю вообще. Кидает на разные респы. Так, что происходит? А, блин. Предыдущие вот разы, когда я играл, здесь же респанулся. Кстати, уже кто-то там хреначит. Захватываю С. Опа. Опа, мне уже работает. Чё? Ушел за камень. Так, выползает, нет? Обратно? Не, свалил. О, уничтожил. О, красавчик. Так, еще один засветился. Да, сейчас. Давай по нему сейчас фокус. Блять, кто-то меня в свой врезался. Уничтожил. Слушай, красавчик, ты чем это? Маузган у тебя, что ли, какой-нибудь? Так, еще слева на хаме кто-то есть. Плазмоган какой-то, Димон. Кто-то есть, но что-то не подсвечит самого. Вон он. Не пробил. Блин, было зелено, не повреждена такая мать. А гусениц, по-моему, только подсвечивается и все. О, попадание. Это уж сам повреден. Сейчас просто усечек. Блин. Так, я тут дефую цель. Очень уничтожение, так, ладно, разобрали. Блин, Димон гнет. Справа, Димон. Ага. Блин, все. Там Леха на первом месте. Я вообще даже никого не выстрелил, не попал в толпу. Так, соберись, кто из нас танки играет. Блин, для меня это просто разрыв шамблона. Саня, расширяй свои рамки. Так, там уничтожили. Ну да, когда привыкаешь к одному проекту, потом как-то это... Тяжело вот этот. Вау. О, Димон, сейчас ты жестко тут в тебя могли попасть. Прям сзади. Ой. Попадание есть. Прячется начинает. Прям у меня красным он горит. Попадание. Гусеница, брат, пострадала. Ой, блин, там двое. Попадание. Ну, блин, вот фиг знает, возможно, мы им просто по одной и той же гусенице лупим, а ХП у него как бы не убывает. Ну, такой тоже может быть, Сач. Сейчас ты меня немножечко закрыл. Блин, не пробил. Фух, вернулся. Вау. За это попадание что-то начисляются какие-то там. Ну, нам очки, да, но в уничтожении нам это не особо помогает техники. Блин, меня трое прессуют. Вообще, я под таким ассистом, мама. Все, я друг. Так, там спереди кто-то начинает ехать. Да, что-то не получается как-то его разобрать. Блин, опять не пробиться. Так, я с вашей точки стартанул. О, блин. Есть. Я его уничтожил, потом меня сняли. Нормально, да, это подвинул меня на второе место. Лёх на третье. Так, давай в бой. Мне все тянет shift нажать для ускорения. Так, я тянет shift нажать, чтобы включить снайперский режим. Так, сейчас я им артиллерию. Блин, все, синтез сняли, ага, горю. Заказ еще чинить можно. Ой, жестко меня сейчас он поимеет. Кто где? А, все, какой-то Лада.
А, вон оттуда, я понял, все. У меня дикая какая-то скорострельность, он меня прям отымел жестко. Сейчас так, я... что у меня с башни? Теперь я в другом месте респанулся. Я немножко в текстурке подзастрял. Жесть. Тонюк какой-то меня разбирает. Черт. Так, возьму средний. Добрали его. Так, ну вообще у нас по точкам проигрываем. Да, я сейчас развернулся, поеду к Б. Там что-то какая-то перепалка. Ну, правда, на среднем я туда буду ехать. Ах ты ж. О, уничтожил. Лол. Тебя был беленьким. Так, ну бы я обрезал, честно. У меня всего повреждено, это пипец. Так. Я все равно к Б съезжу. Твой мой чат читает? Нет, а что там? Там срочка какой-то. Ну, мне движок повредили, а что делать? Я теперь турель. Он не едет, да, теперь вообще? Да, у меня движок черный. Да вообще никак. Вот если прямо, то вот очень медленно. На поворот вообще не реагирует. И чиниться не предлагает. А так он, конечно, шустренький вроде, этот танчик. Это еще шустрый называется? Ну, да. Для среднего как, нормально. Ну давай, родимый, заводись. Черт. Все, я турель до конца боя, походу. А нельзя вылезти принудительно другой танк? Наверное, можно. О, меня ваншотнули. Как какой-то легкий танк может средний танк ваншотнуть? Твою мать. Покинуть машину. Да, при этом меня разнесло нахрен. Сказал покинуть, а не взорвать к чертям собачьим. Да, кстати, увидишь пропасть, не прыгай туда. Я уже затестил. Экипаж этого не выдерживает. Так, я, наверное, на центр на А поеду. Да, я Б вроде а на А. Точнее, через С тут идет замес за него. Я на Б дефаю, вроде потихоньку. Ой, блин, тут вражено. Ай, фак, не того. Так, разобрали. Блин, мы сейчас проиграем. Черт. Мы сейчас точку захватим, не возможно. Сейчас С захватывается, а сейчас дефится. Захватите точку, я на Б держу вроде пока. Черт, непростительно долго захватывается. Ну, захвачено. Отлично, это возможно, это был переломный момент. Ах ты, блин. Давайте, давайте, меня с Б вынесли. Я там забрал, не знаю, троих, четверых. Ну-ка, походу выиграем. Да, есть вариант. У них, наверное, совсем мало осталось. Блин, что-то она не заканчивается. Отлично, похоже. Все. О, все, отлично, Гаджи. Нормально. Что-то затащили. Ну. Ох, блин. Ни
Ничего так. Ну что-то все равно не впечатляет как-то меня, блин. Да? Не очень. Ну, не очень привычно как-то. А у вас танчики прокачаны? Что надо прокачивать, кстати? Какие-то очки дают, но я пока не очень. Там автоматические исследования ведутся. Единственное, можно выбирать, какие в первую очередь, какие дальше. Хрен знает, что брать. Блин, на 8-е место в команде.